На избирательном участке 3023, который находится в 4-м студенческом общежитии, проголосовал и ректор Самарского государственного национального исследовательского университета имени академика Королева Владимир Богатырев. Он рассказал, что сегодня после обеда сотрудников университета отпустят с работы, чтобы они смогли проголосовать. Я всегда всех и студентов, и преподавателей нашего университета призываю участвовать в выборах и как можно раньше прийти проголосовать, то есть не тянуть до последнего. Этим самым мы выражаем свое мнение, мы полностью реализуем право, которое закреплено в Конституции, выражать свое мнение. Как раз выборы нам дают такую возможность.